Всем привет, ребята! Вы на канале Supervision. Совсем недавно мы с Лео решили посмотреть за жизнью нашей семьи австралийских муравьев-гигантов. На арене царила какая-то странная тишина. Но как только мы взглянули повнимательнее, просто обомлели. Итак, ребята, мы увидели мертвого муравья Мирмеции. Как вы помните, у меня не так давно появился первый рабочий, и спустя пару недель после рождения он стал странно себя вести. Было понятно, что с ним что-то не то. Но сейчас определить, кто все-таки погиб, матка или рабочий, было непросто. Я перевернул формикарий и заглянул в само гнездо. И тут я увидел свою любимую матку. Она была жива и невредима. К сожалению, можно смело сказать, что рабочий все-таки погиб. Это очень печально. Ведь это был, можно сказать, мой новогодний подарок. Он родился прямо в конце года и вселял надежду, что теперь семья австралийских прыгающих муравьев будет развиваться семимильными шагами. Но как бы не так. Радует одно. Те яйца, которые появились уже после рождения первого рабочего, развиваются. В настоящее время они перешли на стадию личинок и активно питаются. В этот раз их всего 6. В первой кладке из яиц появилось 9 личинок. С учетом этого можно ожидать, что теперь появится на свет, дай бог, один рабочий. Хотя может это и не так. Матка набралась опыта и может теоретически поднять уже несколько рабочих. Я знаю точно, что буду засыпать песок в первую камеру. В прошлый раз это помогло самым первым личинкам сплести себе коконы. Затем матка вынесла весь песок на арену и отказалась засыпать остальных личинок. Это также не поспособствовало окукливанию. Королева очень активно питается. Каждый день она получает вкуснейший медовый сироп. Как только тарелочка на арене наполняется ароматным блюдом, матка сразу спешит из своего гнезда на ужин и с большим рвением прикладывается к сиропу. Пьет его обычно очень долго. Периодически заползает в гнездо, проверяет там своих деток и сразу назад. Смотреть за тем, как матка пьет сироп, можно часами. Как только формикарий оказывается на столе для съемок, кот тут как тут. Тоже, видимо, хочет попробовать такое лакомство. Но одним сиропом сыт не будешь. Да и личинки, как я понимаю, хотят белка. Много белка. Именно поэтому я ежедневно кидаю прямо в гнездо одного придавленного туркменского таракана среднего размера. Матка обычно очень агрессивно его встречает и обязательно кусает своими крокодильями челюстями. Иногда ее пасть пачкается, и она прямо во время боя начинает чистить свои жвалы. Спустя несколько ударов челюстями королева все-таки жалит свою жертву, вонзая в нее жало и впрыскивая один из самых смертоносных ядов. Внутри таракана происходят процессы, которые превращают все его содержимое в чудесный вкуснейший бульон. Матка подносит таракана к личинкам, и они жадно на него набрасываются. Практически всегда она отрывает от таракана части тела и также дает их личинкам. Пока все идет своим чередом, расплод растет. Жалко, конечно, единственного рабочего, но с другой стороны, так даже интереснее. Попробуем повторно поднять первых рабочих. Надеюсь, в этот раз все получится. Руки пока у меня еще не опустились. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и жмякайте колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео. Они выходят не так часто, поэтому попросту вы можете их пропустить в вашей обильной ленте новостей. Всем пока и до скорых встреч у нас на канале. Thank you.